Кирпичом и что ты сделала им? Что? Что? Что это делаешь? Играешь? Нет. А что? Буду бить. А, кого? Клабикс. Тебе цветок, наверное, в глаза лезет. Давай как-нибудь подвинем. А? Вот куда-нибудь так, в сторону. Итак. Да. Наша будет представление из камня. Из камня? Представление? Да. Ничего себе представление какое. Из камня и Василисы. Нет, я буду бить, значит, просто камень, а я буду отбивать. Кликс. А ты дирижер. А? Ты дирижер этого камня. Ой, куда он делся? Камень-то куда? Вот где. Он. Плавейный зуб. Обалдеть. Зуб. Вырастет новый? Мы вытащили у человека один зубик. Хороший зуб кирпичный. Да. Ничего себе человечек. Человек-гора. А? Человек-гора был. Да. А он жив, этот человек еще? А? Жив после твоей операции зубовыдергивания? Человек этот жив? Да. А теперь мы другой камень. Это тоже из человека? Конечно. Да ты что? Сколько камней в одном человеке, оказывается. Два пришельца? А, это из другого пришельца, да? Да. Сейчас мы у другого человека видим в нем остатки. Ух ты, операция. Препарация какая-то. Итак, это шоу такое. Шоу. Василиса прекрасный. А сколько Василисе лет? Как? Четыре. Да. Уже старая. Нет, не старая, а взрослая. Да. Я в 10 раз старше тебя, я еще не совсем старая. Правда? Да. Я буду еще больше. Ты будешь еще больше, да. Сколько будет? Да. Как у Саши. Пять. Ага. Ой, Саше твоему вообще очень много. Да. Сколько? 3 июля ему будет. Сколько? 13-14? 14 лет паспорт получает. Обалдеть. Видишь? Брату 14, тебе 4. Видишь, у вас 10 лет разница, а я в 10 раз больше тебя, старше тебя. Он тебя на 10 лет старше, а я в 10. Это разница есть большая. Понимаешь? А Саша все больше. Саша, он старше тебя, но младше меня. Да. Он выше? Он высокий, да. Да. Очень. И папа еще выше. Ну, папа, да. Пока выше да. Саши. Пока да. Саша его догонит и перегонит. Саша, папу. Нет. Да, Саша очень высокий будет, Саша. Вот увидишь, через 4 года Саша будет выше папы. Даже раньше, я думаю. Ты понимаешь? Лис! Mm-hmm. Это тоже жук. Молочный. Да ты что? Ну, молочный, да, это не кирпичный. Вот кирпичный, наверное, коренной был. Да. Ой, ветер какой. Цветок улетает у тебя. От кого? На шапочке. Нет. Нет? Не улетит? Нет, никогда. Ну, хорошо. Он пришит, да?
Ну, если только с головы шапка улетит. Нет. Не улетит. Она такая. Плотно из... сидит, да? Да, она из ниточки. Ой, представление опять. Опять представление начинается? Да. Ой, ну, вторая серия. Зуба. Представление молочного зуба, часть вторая. Да, мы молочный зуб. Мы и молочный зуб представляем в шоу Василисы Премудрой о зубах, о зубах и о зубчиках молочных и коренных. Ура! И да, всем... Да, все молочные. И всем пока! Всем привет. Ну посмотри на меня. И всем привет. И всем привет. Помаши ручкой. И... Ура! А теперь наше представление. Всем пока.